Ну что, погнали, купили Full Odyssey, как бы Full Odyssey будем смотреть на новый скин Барона, он выглядит просто охеренно. Это около него такая штукенция летает? Блин, вообще круто. А, это утка, я понял. Спасибо большое. Где моя мышка? А, лол, мышка пропала. Так, ну что? Так, так, давай я хочу вот так. Самый тупой билд, наверное, но я хочу так. Блин, ну выглядит очень круто. Что-то мне часто плотят. Да не, брат. Если бы было часто, я был бы рад. Мне этот скин очень понравился, круто, еще посмотрим. А у него есть специальные эмоции? У него даже специальные эмоции нету. У него спецэмоции. У Т5 скина нет спецэмоции. Восемь к гемов без эмоций. Блин, у него посмотри какой-то жучок таракошек. Опа, Кеша заехал на Twitch. Посмотрим, насколько он Т5. А класска, брат, давай. Так. А чё у тебя голос дефолтный стоит? А, блин, кстати, да, наверное, да, прикинь. Заруинил обзор скина, ля. Ладно, это не обзор скина, поэтому... Сразу в рейтинг мы пошли на новом бароне. И Т5 скин дает увеличенный урон, кто не знал. А ты что такой больный, брат? Что такой больный? Просто платформа с чем? С Сонькой? Не знаю. Хорош, ласка, брат, хорош! Только я, ну... Я не понимаю, что происходит. Хорошо, хорошо. Хорошо. ФБ, я говорю, Т5 дает больше урон. Как ты, брат, ты его почти убил. Но было плотненько, хорошо. От меня плохо, конечно. Но ласка красава вообще. На прямой эфир успели, это вообще кайф. Прямой эфир, как говорится. Но записи тоже топ, согласитесь? Записи тоже нужно смотреть. Ты мне моба увел капец куда. Потому что, ну, пока визуально скин просто огненный, он выглядит очень охрененно, но то, что спецэмоций нет, это забейте вообще. Ну, не знаю, я прям рассчитывал на какую-то эмоцию все-таки. Подамажим, ра, немножко. Чтобы братан не обольщался. Телепорт охрененный, телепорт охрененный. Прям вообще. Вордс? Взял варды сразу. Команда попросилась, взял сразу. Хорош. А что, тройка шире стала? Слушай, не знаю. Может добавят? Слушай, да я не думаю, что добавят. Уже поздняк, уже скин вышел. Я его уже приобрел таким, какой он есть. А спецэмоции как не было, так и нет. Амон. Блин, против раз стоять так противно. Хорошо, что мы его убили. У него единственное, у него нету эскейпа, как бы. Он единственное будет ультить в мой ульт стопудово, чтобы я его не притягивал. Так, вардецкий я поставил, все хорошо. Что вы там заклепали уже? Юль, ты что там заклепала мне? Он просто стоит. Но на базу, я так понял, сруливает только, в чем смысл. Вить, спасибо огромное. Надеюсь, Ник правильно написал. Удачи. Вить, спасибо огромное. Хорош, вот это стрим начинается. Вот это имба, да? Он пойдет или нет? Лол.
Давай. Хорошо. Нормально. Следующая форма самая крутая. Да, посмотрим. Здесь у меня здесь не подъезд, а у Кванг сейчас. Что мы замечательно стартанули против Фра. Они убили? 3-0 идем. Это катка началась. А что будет в следующей форме вот с этой штучкой, которая рядом летает? Я не знаю, зачем я взял изначально коготь, но типа банкрофт. Думаю, то, что это самый быстрый артефакт, самый дамаженный в этом плане. Сейчас 6-й левел. А какая? Следующая форма на 10-м только будет левеле или на каком? Ultimate is ready! Блин, красный у нас просто так пропал. Ну да ладно. А Куанг 4-й. Ну это пушка, мы их просто разнесли. Да, всегда так получается. Не знаю, как это работает, но так всегда, да. Стартуем всегда круто, а потом проигрываем. Не знаю, как это работает. Хорошо. Хорошо. Просто превратили его в ноль. Миссия это Укван. А вот следующая форма, кстати. Здорово, Вормер. Да, новый сезон. Я купил всю Одиссею. Прикинь. Всю Одиссею купил. Крипчики, может, поможете мне? Да, я всегда макшу единичку. Не знаю. Потому что я считаю, что ты чаще всего пользуешься. Слушай, вообще можно через подвеску собирать. Подвеска имба на самом деле. Но типа... Не знаю. Окей. С ноги сапог спал на туре, бля. Что нового здесь не знаю, но я купил всю Одиссею и безумно этому рад. Так. Телепорт топовый у него, сразу говорю. Офигеть, посмотри, как скин выглядит круто. Офигеть. Ну, ребят, тут вообще лайка заслуживает, согласитесь, такое начало стрима. И видосик отдельно, если будет, он тоже заслуживает лайка и вашей подписулины. Я капец как стараюсь, контента по смайту будет гораздо больше сейчас. Я уже стал записывать вне стрима ролики. Я вам покажу, на днях будет кое-что интересное. Скин топовый, я хочу последнюю форму посмотреть. Скоро будет наши, да-да-да. Кулдаун нужен. Так, у меня есть кепри. Блин. Зачем он кинул? Блин, почему у меня войс стандартный стоит? Блин, ну скин, да, крутой очень. Будет врываться Укван? Если будет, я ему лицо сломаю. Нет, не сломаю. На чат съехала, чат во всем виноват. Мышка на чат уехала, камон. Как же мы их давим, господи. Я вам говорю, Т5 скин дает урон и все остальное. Я мог мисс.
Я просто умер. Просто так умер сейчас. Просто так умер. Да. Валете здорово. Я теперь буду всем хвастаться. Валете, я купил всю Одиссею. Прикинь. Чтобы в смайт поиграть, я посмотреть. Здорово, Хаммер. Ну такое себе. Со школы уходить, чтобы каточки смотреть, это не очень, но круто. И Battle Pass мы купили. Мы охренеть сколько гемасов потратили сейчас. Просто жесть. 9400 гемов, ребят. 9400 гемов. Здорово, здорово, воров. Здорово. Щупальцы такие противные у него. Хочу последнюю форму. Где моя последняя форма? Буду хвастаться. Ну да, да стрим так огненно начался. Как я мог сейчас миснуть? Вот кто мне скажет, как я мог сейчас миснуть? Вы видели? Я кидал прям в застаненного чувака и миснул. Как это вообще работает? Как будто бы, не знаю, что-то сделали с тройкой. Ай! А лезет он? Лё, чё за музыка начала играть? Сейчас замес будет. Чекайте, сейчас последняя форма будет и замес. Здорово, не он. Здорово, ребят. Сейчас, чекайте. Охренеть. Не смешно, чат, зачем вы это юзаете, если меня убили? Чего? Под музыку? Я, да, всю Одиссею купил. Давай весь... по новой, Миша, все хуйня. Да все, не руиньте запись, алло. Я ждал. Офигеть, ну как так вышло-то? Офигеть. Я так хорошо начал и так теперь плохо заканчиваю. Как обычно, это уже как локальный мем, отвечаю. Это еще и ранки, это еще и нового сплита, блин, по-любому нужно выигрывать. Офигеть. Ладно, сейчас все будет нормально, чат. Я выиграю вам эту катку. Почему-то на ютубе лагают команды, ребят. Не знаю почему. Почему Кепри со мной на линии? Но он же саппорт, ротейтит. Правильно делает Кепри. Мышка дернула, рука дернула. Рак, кстати, нормальный. Ой-ой-ой, он его подъел, он его подъел. Плохо, плохо. Да господи! Как я не попадаю? Он еще и попал. Еще и слон тут. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста, на ютубе. Там зрители жалуются еще то, что на записях нет лайков. Лови его. Почему вы его не ловите? Я должен был попасть, да-да-да, я попал. Так, похилимся пока. Что вы делаете? Пожалуйста, нет. Я, брат, даже если притяну, там их слишком много, уходи. Окей, я не знаю, как я слона убил, но ульт я зря юзнул. В смысле, окей, окей, алло, мы его засейвили и убили.
Мог бы притянуть. Мог бы притянуть. Я не знаю, как он сейчас играется. Вот только начали, ребят. И музыка такая бодрая, заряжает на победку, но типа, не знаю, как-то. Да не, надо выиграть, ребят. Что слон сюда бежит? Слон самоубийца у нас или что? Пока очень плохо я реализую барона, но это пока. А чё дальше-то не пошли опять? Ага. Здорово, Октопус. А сегодня что, сегодня Overwatch должен был быть? Давай попробуем. Тихо. Чего? Ага, отойди от меня. Я тебе говорю, отойди от меня, слоняра. О-о-о-о! Что за урон-то с ульта? Хорошо. Мы можем право спушить. Нам Gold Fury некому пушить. Ой-ой-ой, как жалко, что не попал. Если бы он попал, брат, мы бы его убили. Звук на телефоне 0. О, новая форма. Ля какой вообще, ля. Блин, а я звук... Я его из пак выбрал. У нас еще Купидон есть в команде. А я его не видел. Ой, вот это пушка. Кто говорил-то, что... Вот это скиллы у него. Да-да-да, вот оно самое. Под команду юзают. Команду они юзают. Офигеть, у него как скиллы юзаются, вы видели? Вообще пушка. Вот это... Посмотри. Блин, надо было вернуться. А, я дурак. Офигеть, очень круто выглядит. Я его собираю фулл мага, это не лучший билд. Я просто смотрю. Просто смотрю скин. Ну и каточку вам записываю заодно. Салам, чатик, как дела? Как дела, ребят? Напишите в комментах, как дела. Здорово, азартный. Что значит скучаем? Ничего не скучаем, смотрим. Смотрим новый патч. Покупаем все, тратим гемасики. Офигеть, офигеть, двойка как выглядит. А, единичка. Ну, единичка так себе, двойка просто топово выглядит. Не знаю, как я не попал последним. Дела хорошо, крутой сик. Да, офигеть, вот это последняя форма, это просто пушка. Да, потратили гемасики, открылись, так я там писька. Да, ну в натуре там писька, 26 сундуков. Алло, я так рассчитывал то, что мне скины повыпадают. О-о-о-о. Как дела, Ра? Мне кажется, я тебя заанигилирую. Таким вот образом. Я думал, он на меня полезет. Просто я... Что я делаю? Посмотри, я их просто превращаю в какашкины. Какашки. Я сказал, какашкины. Хорошо.
Я говорю, Т5 скин дает просто овер много урона. Очень круто. Да какой left lane? Мы можем мид спушить. Алло. Ой-ой-ой, это рвало. У него ульт есть, интересно? Я очень много урона им там накидал. Поехали, 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 поехали. Вот этого петушню, петушню, вот эту. Поймаешь, брат? Поймаешь их? Как же я похилил, посмотри. Но он, может быть, и не прыгнал, но выглядело круто. Ты топ урона? Нет, джанкуй. И они сдались, и они сдались. И, собственно, нам это и нужно было. Мы победили и посмотрели скин. Скин просто огонь, я не знаю. Нужно написать в комментах, будешь Одиссею покупать или нет. И вы сейчас в чате напишите, будете Одиссею покупать или нет. Вообще имба пушечная.